Всем привет, с вами FIFA Ванга, и сегодня мы предложим искусственному интеллекту спрогнозировать результат матча между Барселоной и киевским Динамо. И для начала передаем привет пользователю с ником Футбол FIFA, который первым правильно предсказал счет матча Реал Интер. В нем FIFA 21 поставила на нулевую ничью и промахнулась. Жми на лайк, если будешь смотреть матч Барселона-Динамо. Оставляй в комментариях свои прогнозы на него. И, возможно, именно ты услышишь свое имя в следующем выпуске рубрики. Очередное украино-испанское противостояние в Лиге чемпионов омрачено вспышкой коронавируса в Динамо. Матч был под угрозой срыва, но все обошлось. Вот только киевляне не смогут рассчитывать на помощь целой группы игроков основной обоймы. Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуци, Цетаишвили, Дуэлунд и Сидорчук пропустят этот поединок. Примерно в такой же диспозиции с колоссальными кадровыми проблемами Шахтер сумел на выезде шокировать Реал. Посмотрим, возможно, эта история и повторится. Учтем все кадровые аспекты при выставлении составов и отправим компьютер рубиться против себя самого. Друзья, за поддержку этого ролика мы хотим поблагодарить компанию GGBet. У них на сайте вы сможете оставить прогноз на футбольные матчи, киберспорт и другие спортивные события. А по нашему промокоду КИБЕР1 вы получите мощный бонус плюс 100% к первому депозиту. Так что если заряжаете на спорт, то ныряйте в закрепленный комментарий под видео. Там вся инфа. Удачи! Ну что же, к матчу. Барселона не спеша начинает катать мяч. Дембеле забрасывает на Месси, Лео с разворота пробивает и юный нищерец спасает ворота. Еще одна попытка атаки от Барсы, здесь оборона Динамо внимательна. Неплохо комбинируют гости, но в итоге нанести хоть какой-то удар здесь никто так и не решился. Атакует по флангу Барса, с мячом оказывается Гризман и выдает шикарный пас пяткой. Фати оказывается с мячом в штрафной, он отдает на Де Йонга и Фрэнки спокойно поражает ворота. 1-0 повели хозяева. Месси оказывается в одиночестве с мячом на подступах к штрафной. Он отдает на Дембеле, и Усман должен был здесь забивать, но не смог. Ответная атака от Динамо, Супряга выскакивает на свидание с вратарем Барса и поражает ближний угол. Счет снова равный, 1-1. Барселона пытается снова разыграть атаку до верного, но в таких перекатываниях мяча каталонцы так и дотянули до окончания тайма. На перерыв команды ушли при счете 1-1. Вторая половина пытается атаковать Динамо, но мяч потерян в простой ситуации. Дембеле входит в штрафную зону, пытается прострелить, но ничего здесь не получилось. Месси решил взять игру на себя, но его действия прочитали и отобрали мяч. Снова Месси долго возится с мячом. Суета в штрафной Динамо, но до настоящей опасности дело не доходит. Заброс от гостей здесь без шансов. Барселона ничего пока не может придумать. Месси забрался здесь в офсайд. Входит в штрафную Лео, отдает на Гризмана, но Антуан перепижонил. Буяльский оказывается с мячом на оперативном пространстве, но похоже, он сам не поверил своему счастью. Очень медленно атакует Барселона. Бускетс сам дотаскивает мяч до штрафной, отдает на Гризмана, но удар француза блокируют. И мяч отскакивает к Месси, Лео в упор расстреливает угол ворот нищерета и вырывает победу для Барсы. Обидный гол, 2-1. FIFA 21 ставит на непростую победу каталонцев. Как все будет на самом деле, узнаем очень скоро. Оставляй в комментариях свои прогнозы на матч Барселона-Динамо. Подписывайся на Кибербол и первым узнавай все самое интересное из мира футбольных симуляторов. До связи!